Всем спасаю и Латинос. Покает свое дерьмо. В укрытия, когда те винились на горизонте в сопровождении демонских собак. Всегда готовы сеять враг и наводить бардак. И вот так однажды я увидел ритуал. Ужаснейшее действо я наблюдал своими глазами. Страх так сильно овладел, но что я не смог пошевелить ногой. Руки занемели и по телу хороводы муравьи. Я увидел дьявола человеческого подобия. Я должен свой плод. Много крови кипит в черном казане. Умешивая шаман туда бросал ингредиенты. Главные компоненты таковы: порошок единорога, детские пальцы, перо вороны, летучие мыши немного. А наши серое вещество щита головы. Походу стой, что все это видела последний раз. Ритуальная служба кипопа копает окопы со сочной кровь в клопы. Черный балахон скрывает личность от костра, взмах топора. Не смотри в эти зеркала, закрой глаза, чтобы тело не сломало. На алтаре стоят кресты, волчьи пласти грызут кости, кинули в темницу. У всех белые лица, одни убийцы. Здесь полется кровь шамана во имя темного бога и мертвого клана. Если слышишь гром и дождь, идет наш вождь, племя древних монахов. Черные рубаки в руках, посохи на цепях, бешеные псы. Стальные хватки, кости, как ножи. Разрывают животы, выедают органы под звуки органа из темного храма. Шаманы проводят ритуалы. Отрубленная голова.